Друзья, привет всем. Сегодня выдалась хорошая погодка сентябрьская, бабье лето на дворе. Решили покататься на великах. Вот у нас такие велики. Но случилось непредвиденное. Смотрите, сдутая шина. В данном ролике, опять-таки же, вернусь к ранее показанному на моем канале прибору, агрегатику небольшому, который все, к сожалению, почему-то не смотрят и игнорят. Вещь крайне полезная. Сейчас я вам покажу ее. Вот этот агрегат, который я ранее показывал. Что это такое? Это пауэрбанк автомобильный. Вот он такой массивный, с такой рукояткой. Тут такие крокодилы есть, опять же, да? Пристегивает на клеммы и на массу. И заряжать. Севший аккумулятор, можно запустить двигатель. Здесь есть вот такой фонарь. Здесь шкала, показывающая заряд вот этого самого устройства. Вот такой тумблер есть, который позволяет переключить и дать заряд на аккумулятор и завести машину. Также есть еще вот такое гнездо, куда можно вставить от прикуривателя. Вот с USB-переходником. Допустим, вот я вот на этом примере покажу. Сюда вот. И заряжать телефоны, всякие устройства, микро-USB там или какие-то другие тоже переходники. Но речь сейчас пойдет об одном секретике, который также есть в этом агрегате. Здесь есть вот такая дверца и вот такой шланг. Это насос, как вы понимаете. То есть, смотрите, переносной компрессор. Неоднократно уже выручала ранее вот эта вот штуковина со всякой подкачкой различных шин, как на автомобиле, вот на велике в данном случае. Перед выездом сейчас, вот видите, колесо сдулось, немножко сифонит. Ну ничего, подкачиваем, недели две потом воздух держится. Подкачивать удобно очень матрасы, мечи, шары. Даже вот есть у меня в доме водная станция, ну, гидронасос. Там в гидроаккумуляторе, всем известно, есть груша такая, да, резиновая, которую тоже нужно периодически подкачивать. И вот просто спустился в подвал, на ниппель подсоединил, включил и подкачал. Вот я покажу сейчас, как он качает колесо от велика. А, вот здесь еще вот такие вот в дверце, вот они, насадочки есть. Под различные всякие, ну, отверстия, которые есть. Это переходники, в общем. Ну, вот давайте посмотрим. На ниппель, вот, ну, просто вот такая застежка. Достаточно прочная, шланг такой нормальный. Завальцовано все четко. Две атмосферки подам. Нажимаю кнопку. Ну вот, две атмосферы сейчас есть, ну, чуть-чуть больше, да, ну, пока я буду отключать, здесь воздух чуть-чуть притравится. Колпачок закрываю, ну, и шланг вот сюда обратно. Также это как ниша для хранения чего-либо, вот, например, опять же, вот этот провод сюда раз, заложить можно. Ну, и с собой вот это дело переносится. Вообще классная вещь. Вот смотрите, колесо. В начале видео было оно сдутое. Вот, смотрите. Давлю со всей силы. Заряжается это дело блоком питания. Вот такой блок питания. Вот я его усилил просто. Вот тут вот специально термолентой такие сделал. Ну, чтобы не перегибалось. Потому что у меня было подозрение, что может быть как-то ненадежно. Ну, я усилил на всякий случай. Вот такой блок питания. Заряжается достаточно быстро. Вот здесь гнездо. Вот так вставляется это дело. И в розетку. И вот тут вот светится красная лампочка. А потом, когда он полностью заряжен, зеленая включается. Ну и вот в этой шкале, соответственно, обозначивается, что полный заряд. Ну и сейчас он тоже полный. Вот я нажимаю. На зеленом поле стрелочка. Это и есть заряд. Без подзарядки можно, ну, где-то раз 20 накачать автомобильные колеса. Ну, 20 колес. Ну и, соответственно, всего остального тоже. Где-то раз 10 можно прикуриться к севшему аккумулятору, запустить машину. Зимой как-то был случай. У всех позамерзали аккумуляторы. Никто на стоянке в дома запуститься не смог, завестись. Всех повыручал вот этой штукой. И
давал прикулиться. Машин 5 где-то запустил. Пусковой ток 1100 ампер. Ну, это грузовик заведется. Ну, небольшой. 5-литровый двигатель запустит. Не игнорьте вот такой вот аппарат. Он копейки стоит. Посмотрите, загуглите в интернете. Я не рекламирую, не торгую. Просто подсказываю мужикам, что вот такая вещь в хозяйстве очень даже полезная штукенция. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.